Так больно, Господи, так страшно. Мир опускается ко дну. Враждой ненужной и неважной детей готовим на войну. Путей попроще не хотим, друг другу ямы разрывая. Все то, что сами создадим, нам станет адом или раем. На распутье дорог выбирать не спеши, опустись, помолись, попроси от души. Вспомни друга и брата, и мать, и врага, попроси за них, и молитва тогда, как два белых крыла, вознесет тебя ввысь, и увидишь все сам, то, чем жил и швырял. Я прошу, не спеши, опустись, помолись, и поймешь, с Богом можно вернуть, что терял. Но разве дети не причина любить, мечтать, терпеть, прощать? А сможешь ли ты завтра, сын, жизнь после нашей обещать? Не провоцируйте вы беды, не проповедуйте войны. Ведь жизнь отдали наши деды за то, чтоб смело жили мы. На распутье дорог выбирать не спеши, опустись, помолись, попроси от души. Вспомни друга и брата, и мать, и врага, попроси за них, и молитва тогда, когда белых крыла вознесет тебя ввысь, и увидишь все сам, то, чем жил и швырял. Я прошу, не спеши, опустись, помолись, и поймешь, с Богом можно вернуть, что терял. Не боясь, не стыдясь окружающих в храме, расскажи Богу все, не скрывая свой грех, как когда-то давно все рассказывал маме. Бог поймет и простит, Бог услышит крик твой, Бог за правду тебя никогда не обидит. Ведь отца всех небес слышит даже глухой, и ведь даже слепой рядом с Господом видит.